уважаемые зрители, а есть ли здесь болельщики из Узбекистана? Дорогие друзья, завтра в профессиональных боях будут участвовать два спортсмена из вашей страны. Красного ринга готовится к продолжению боя представитель Республики Узбекистан Бахадир Жалолов. Спортсмен 1994 года рождения. Счет боя проведенный не ведет. Призер чемпионата мира в Дохе 2015 года. И его соперник в синем углу ринга, представитель России Илья Квасников. Спортсмен 1993 года рождения. Финалист чемпионата России в Грозном 17 года. Тренирует спортсмена Вадим Бараш и Виктор Супрун.
Уважаемые любители бокса! Спортсмены заслуживают ваших оваций. Ваши аплодисменты! А в данном бою одержал победу и вышел в финал наших соревнований спортсмен красного угла Бахадир Жалолов, Узбекистан. Пожалуйста, покиньте ринг. Все обнимашки в раздевалке.